Ну что ж, погнали дальше. Это все еще класс и Яга, мы тут играемся. Что у нас вообще по заданиям? По заданиям нам надо... А, мы как-то так закончили, что у нас еще ожерелье осталось. Это интересно. В целом мы его можем оставить, наверное, да? Так. А этот у нас как? Логично. Так. Что тут у нас? А, осталось к Ягину, я так помню, нам сходить, да? По заданию. Да, найти Ягу и... Она нам все расскажет. Ну, пошли. Так, птичка она. Отлично. А, что у нас здесь? Собрать руду. Тут давай нахрен. Восстановить труду, использованную оружие, но вы потеряете некоторые улучшения. Да. Вот нам надо вот это дело. Давай-ка мы переделаем нашу цепную виллу. Вот это, насколько помню, мы пихали. Вот, да. И давай в нее что-нибудь запихнем. Урон, боль, уронить копейку, заставить врага кровоточить, инструмент будет проще управлять. Давай-ка вот эту вот покровоточить, пусть кровоточат они, твари такие. Нам будет удобнее к ним приближаться. Так, внешне они, как видите, особо не поменялись, как были, так и остались. То есть они внешне меняются только при изменении руды. Where's he going now? Так. Вот так вот. Везучий. Более быстрый. Давай вторник. Что интересно, что написано везучий. Не уверенный что-то этому. Да, видите? The heat is unbearable. Ты еще кто такой? Hello, fellow. You are. You find yourself in the company of a mind. Mind reader? Oh, yes, indeed. I will prove it right. Done. What did I think of? You thought about gold. I'm afraid you need to practice a bit more. Oh, my brothers were right. I'm just a fraud. Could you please tell them they were right? I can't bear so... If you find them, tell of our meeting. They must be... Yeah, oh, of course. Here are some kopecks for your... Странный он какой-то, но ладно. Еще немного железной руды. If you find a mind reader around these parts, let us know how it goes. We've had a bet going on with him. He asked me to find you. Oh, and did he read your mind? He actually did. Are you having a laugh? We'll fight you for this. Hey. Пум-пум-пум-пум. Монетку не подобрал. Как так-то? О, еще монетки.
Ой, что-то я... Локон русалки. Чего? Что? Это что? Молот отбрасывает всех пораженных врагов во время полета. Это прикольно. Нечисть причиняет меньше вреда. Вы будете находить больше денег на своем пути. Это, кстати, неплохо. Так, вот это давай мы снимем. А вот это снарядим. Так. Че, пошли обратно? Все, да? Больше ты с нами разговаривать не хочешь. Окей. О, там весы какие-то. Ой-ой-ой. Отстаньте от меня, пчелы. Так. Там какой-то черт я еще видел. Остался. А, эти мелкие. О, крутяк. Жестко мы с ними, жестко. Так, давай сначала сюда сходим. Ой, блин. Пятеро. Ай. Это было неприятно. Че не работает-то эта хрень? Дерется. Так, надо бы нам немного поменять оборудование. Давай лапу возьмем. О, сколько их тут, слушай. Ой, это больно было. Так, пошли-ка вот этого говна. Лопата. Так, и вот этот второй еще. Хрен. О. Ну, теперь будет. Уп-уп-уп. Отстань, дебил. Так. Да. Да, чё-то как-то я
буквально не играл пару часов, а уже что-то как-то навыки у меня под это... подрастратились. Как-то нехорошо получается. Ох, что-то денег прямо, слушайте, дофига просто. Так, кто у нас здесь? Ой-ё, ненавижу этих мелких. Но это лучше, чем те, которые... Воу, метают. Массовое изнасилование. Ой. Да? Кинешь ты, нет? Что-то откуда-то он сверху пробежал. Ай! Что-то как-то он странно умер. Ну, наконец-то. Да эти с камнями что-то жирные больно. Не хотят быстро умирать. Блин, ненавижу этих тварей. Хотя они относительно слабые, но вот за счет своих вот этих хренотеней, которыми могут взять, да... за это застанете, либо еще как. Это неприятненько вообще. Ни хрена неприятно. Так, пошли наверх. Почти 300 монет, ребят. Надо будет как-нибудь... Ну, вернемся в деревню. Ой, блин. Закупить оборудование. Берет еще и по этим, по палкам этим чертовым стреляет. Вместо того, чтобы по этим врагам стрелять. Так. Здесь у нас сейчас будет битва. Давай-ка вернемся обратно. Потому что, как минимум, там есть какие-то весы, которых я раньше не видел. Возможно, это можно будет что-то на что-то поменять. Так. Господи, как меня бесит тут движение, а. Это, наверное, Да, это торговец просто. Давай-ка.
Скользкий плотник, вы двигаетесь быстрее, атакуете медленнее. Вы исцеляетесь при поражении врагов. Вот это классно. Вот это я хочу. Что мы можем продать ненужное? Я, наверное, продам вот эту вот ткань, которую я хреново знаю, что это такое. Осталось Баб-Ягу найти раньше, чем он придет лихо и спиздит наши предметы. Я тогда на молот себе эту шнягу поставлю. Еще один молот сделаю, тем, которым я буду хилиться. И все. Ну, а потом в деревне нам нужно будет купить материалов, чтобы можно было прокачать нашу наковальню. Дабы она была... чтобы можно было вставлять несколько оберегов всяческих. Да? Куда ж ты кидаешь, ты дебил? Что за хрень еще? Них. Да кинь ты, молот, дебил! Фея, блядь. Надо от нее подальше держаться. Сука! Бля, да ты издеваешься, дебил! Как ты мог сдохнуть? А куда, дура? Одежда презрения. Вино, ожерелье из высушенной змеиной кожи. О, бабуля. Да. Бабуля. My dear Ivan, you're back, I see. I wonder what you have for me. I have more gifts gathered with pains. A white cow's tail and some spoiled grains. Sounds like a treat. They'll feed my crows. Now, let us talk about your woes. Oh, wait. First,
Let me try to guess. You find yourself in one more mess. Another task I must go through. I need your help. I need a clue. My efforts were not paid in kind. Youth in a bottle I must find. I told you not to trust the Tsar. His heart is darker than black tar. That wicked man will always find someone to hurt and leave behind. Me, I'll be kind and will tell you where you must go, да, пожалуйста, what you must do. Where do I start? Is it close by? It is not far, nor is it dry. You'll need to go into the bogs, filled with wet creatures and some frogs. Ooh, мокрые твари. The eldest one is soaked in moss. Take what he guards, and he'll be cross. What do I seek? What should I bring? The swamp's shelter, a water spring. There is a fountain, very old, with magic water, pure and cold. Holding that water, clean of dirt, keeps one's mind young, fresh, and alert. I have to go now. I need to run. I'll meet you there when your task is done. But before you go straight into harm, do you want magic? Ooh. Maybe a charm? Now go, dear blacksmith. Use your firm arm. Or do you want magic? Maybe a charm? A magic item, if you have on you, for a small... А, вот, кстати, невезение можно. How many do you want, my dear Ivan? I can make many, or I can make one. А сколько это будет стоить? Косточки, косточки, да? Here you go. Take them. О, класс. Спасибо. Так, я теперь понял, зачем нам клевер нужен. Ivan made lots of choices in his quest. What will he learn after he's had some rest? Так, чем раньше они умрут, тем лучше. Вы двигаетесь быстрее рядом с нечистыми существами. Враги, брошенные или отодвинутые медвежьи лапы, наносят урон при ударе. Чего? Выносливость восстанавливается, когда вы получаете золото. Ну, давай так. Потому что второй я ни хрена не понял, что он делает. О, серебряная руда, спасябка. Окей. Нам нужен молот. Вот нужно будет на него. Хладнокровным существам. Что я хотел? Что-то я хотел на молот. А, палец какой-то нам давали же. Подожди, а тогда где это? Рок Перуна. О. А, его надеть надо, да? Ну, пока вот так давай. Тогда окей. Давай-ка мы вернемся в деревню. Посмотрим, какие есть у нас камни, которые мы можем себе прикупить. Может быть, тогда мы с вами... This is where Vasilisa comes to sell her scarves. I wonder where she is now. Greetings. Так, тут всякие у нас обереги, насколько я понял, да? Так, летящий молот иногда наносит критически обрезанные, более долгие уклоны. Я понял.
Нет, меня это не очень интересует. Руды бы какой-нибудь набрать, а? Туда это у нас эти. Вот здесь вот, вот эти три алкаша были. Мы их тогда достали. Чувак с коровой был. Так, это у нас гробовщик. Glass coffins. Will they ever be popular? Remains to be. Понятно. Тыквы тут всякие. We can finally take it easy. Oh, thank you. Пожалуйста. Собака, конечно, немного странная, но ладно. А тут у нас колдовство. Это неинтересно. Вот где бы найти нам руды? Потому что тут прям целая беда с этой наковальней. А вот. Смотри-ка. Отлично. Оу, сейчас что будет? Сейчас, смотри, молот берем. О, все три, смотри-ка, класс. Допустим. Иногда наносят дополнительные ранения. Вот это, допустим, выберем. Вот это прекрасно, как мне кажется. Вот это мне кажется классно будет. Вот это молот. Везучий молот мы с вами сделали. Теперь я хочу сделать... может быть, цепные вилы. А, ну на них особо ты ничего не повесишь такое. То есть, как бы, да. Это неинтересно. На лапу давай посмотрим, что можно повесить. Ну, тоже не особо. Так, а на лопату? На лопату вообще что-то. Ну и все тогда. В принципе-то. И у нас с вами получается... Два хороших молота. Ну ладно, давай-ка мы сделаем еще один молот. Перуновский. Вот он. Молот Перуна. Такую жесткую хрень, которая убивает все подряд. Ну-ка. Смертоносный молот. Ну и отлично. Я думаю, нам этого как раз пока хватит. Посмотрим, как оно будет себя вести.
Иван seems troubled. Where is he going now? Так. Пошли. Враги слабее всего. По утренней росе дольше. То есть выносливость будет, видимо, больше. Давай, помощнее удары будут. Так. Что-то, кстати, загрузка дольше. Если... Если игру запускать через Epic, она дольше грузится почему-то. А если ее с ярлыка запускать и Epic не запускать, все хорошо. Sad women, children, dogs and sheep never come out if they go deep. The Vodnik lives there with his clan. They hate and fear the touch of man. But men are never stopped by bounds. They search for treasure on their grounds. How will the blacksmith pick a side when faithful men and swamps collide? Will he choose humans and their quest? Or try to be a kinder guest. Чего? Давай, просыпайся. Everything is so wet here. То тебе жарко, то тебе сыро. Noble peasant, come out, for my tale is one of sorrow. Well, you don't see many like you around. What's your deal? Don't you recognize your noble tsar? Why, I'll have you whipped for this. 50 lashes to begin with. You are nothing but a traitor and a fraud. I shall report you to the guards. I will have your head chopped off. Of course you will. But until then, how do you explain that I just saw the tsar in the village? A pretender. I am the real Tsar, and I need your help. A group of bandits is out to have my head. There's a bounty on it set by the traitor on the throne. Help me evade them, and I'll do more than forgive you. I'll enrich you. Do not fear, my kind Tsar. I'll have their heads in a basket by sundown. Get rid of the bandits, and I'll give you a precious heirloom, a magic heirloom. Heirloom. You better not be lying about this heirloom. Hide in this well until I get rid of them. Так, ладно, пошли налево. Сейчас тут у нас будет махач. Недолгий, но был. Я даже музыку не успел наслушаться. Ой. Как-то очень быстро выносливость. Стирается. Так, где-то тут еще один упырь. Был. Так. Непривычная местность, но я думаю, что здесь все плюс-минус одинаково. Все? А что так быстро? О, алтарь. Смотри-ка. Тор, что ли? Altar, dedicated to Svarog, god of blacksmiths. He should have more offerings. Ну, давай
Давай это. I hear sounds of hammers and anvils in the distance. The altar is now silent. Зубья Сварога. Сварога. Так. Вас невозможно оглушить. Меня еще пока ни разу не оглушали, поэтому не знаю, о чем идет речь. Используйте для полного восстановления всей силы воли и выносливости. Прикольно. Но, как обычно, это одноразовый вариант, поэтому... Ой-ой-ой. Нихуя мне тут насовали. Ай-яй-яй. А дай приколы. Хрена они насовывают вообще. Они на упреждение, что удивительное, стреляют. То есть до этого все враги стреляли без упреждения, а эти на упреждение. Это очень необычно. Так, пятилистный клевер. What brings you around these swamps, blacksmith? I'm looking for the water of youth. Oh, not this again. You'll get lost, just like the others. That madman priest will blame your loss on the swamp as well. I will not have that. What priest? That madman that keeps trying to clean my swamp with his rituals. Again? Have others come before me? Oh, and how many? Old men and women, scared by what they see in mirrors and the crackling of their bones. They come to my swamps in search of youth, and no matter what I do or say, they won't go home. What happens to people coming here? What do you think? They get lost and then drown, or starve to death, or get eaten. Others lose their minds, like that priest. So the water of youth is here? Oh, you don't understand. The water of youth is not for humans to possess. It's meant to remain here, in the swamp. Well, we could pull a trick on them. Make them think you don't have the water anymore. You sure ain't like the others. They weren't nearly as amusing as you. There might be something to your offer, though. How about this? I give you a spoiled version of the water. It's not as potent as the original, but it's powerful enough to fool any human. I'm listening. If, and only if, you get rid of that madman of a priest disturbing my swamp. I'll take it, and I'll help you get rid of that priest. It's probably best I do anyway. Get rid of the priest first. Ну, логично. Так. Ну, понятно, здесь мы не выйдем пока. Пока мы не договоримся с попом. С попом. Так. You poor man. Have the swamps tricked you as well? Are you saying the swamps are playing tricks on me? You poor soul. You've probably lost your mind. Don't you know you're walking in a cursed land? What cursed land are you talking about? This whole swamp is cursed by evil spirits. People have been disappearing here in the past weeks, one after the other, coming here in the evening, nowhere to be found in the morning. People say their lights can be seen at night. Some have seen the faces of the missing ones through the trees.
What exactly are you doing in here? Not yet. But my faith is as strong as the stench in this devil's nest. I just need to perform a ritual to cleanse this place. But every time I start one, I keep getting attacked by ungodly creatures. If you could keep them away from me while I do the cleanse, you would be doing God's work. Богоугодное занятие. The Vodnik Elder told me all about you. You are disturbing the creatures here. Maybe if you come back with some silver chains and some candles, take these kopecks and go and buy them. Well, you speak wise words. Thank you for your contribution to the faith. I will use this money to buy some silver and some more candles. О, господи. Странно, что звездочка не пропадает после того, как персонаж даже пропадает. You sent that... He won't trouble you anymore. Now, please give me that water you mentioned. Even if it's not pure, if it has some magic in it, it can trick the Tsar. Here you go, blacksmith. You can take the path behind me to get out of the swamp. Так, отлично. Водичку мы с вами набрали. Давай-ка мы, знаете что, возьмем вот этот тут молот. Нам нужно что-нибудь вот для вот этого дела. Так. Еще пол хлебушек. И попробуем. И сейчас тут посмотрим. Тут есть просто еще места, куда сходить. Нам как минимум нужно разобраться с разбойниками, прежде чем уходить. Тут пиздец какой-то. Я, честно говоря, не вижу, меняется количество невезений у нас на нас как-то или нет. По-моему, нет. Все, опять нас свистели. Так, где-то у нас тут был этот. Мы пришли справа, надо наверх сходить. О, наковальня. Ты приколи. Так. У нас вообще цепные вилты есть прокачанные? Ну-ка. У нас вот такие, да? Но тут всего одно нужно. Давай-ка мы их это подразберем. Вот эти вилы. Да и вот эти тоже. Так, и смастерим. Нам нужно цепные вилы смастерить новенькие. Давай-ка вот такие выберем. Больше нечисти. А, смотри-ка, больше раз нельзя, да? Ну, придется так. Гнев Чернобога. Ух, нихера. Так, и нам еще лапку надо смастерить себе. Может бросать врагов дальше. Вот, кстати, это неплохо на самом деле. Отбрасывай дальше. Больше это. И давай вот это. Ух,
Ух, нихера лапа. Так, и я хотел поставить вот эту штуку. Нихуя себе. Так, и вниз мы еще не ходили, да, с вами? Ну, прикольно. Так, это мы все с вами набираем. А ну тут особо-то уже и нечего смотреть. Надо вернуться назад. К этому царю, не царю. Неизвестно, кто он там. И это мы только налево сходили, а еще надо наверх и направо. А вот бандюки как раз таки. Get out of our path, blacksmith. It concerns me when you intend to thanks. Ой, кто я? Бум. Так, что, все что ли? А вот и записочка. By decree of the noble and hand. Nevertheless, I was speaking truth about the reward. If you're still alive. Конечно, засранец. Так, нам надо уже менять нашу булаву. Ну да, это пока что папка какая-то. Dearest blacksmith, a moment. I can run, but I cannot walk. I have a mouth, but I cannot talk. I have a head, but I cannot think. I have a bed, but I cannot sleep. Мне кажется, ручей. Ну или река. A river? Indeed. Bless your mind, young blacksmith. But I believe you should be on your way. Until next time, blacksmith. Ну ладно. Так, побежали, значит, до дому. О, господи. Нет, не вниз. Может быть, мы успеем до того, как отупеем. Наше невезение поднимется. Да, не зря я тут зачистил, прежде чем идти. Well done, dear Ivan. You have found a drink. Look how muddy it is. I can feel it stink. But the Tsar will not care. He is blinded by power. He'd rather drink mud than tend to a fool. Farewell now, Ivan. I'll take to the skies. There's a beautiful maiden I need to advise. Sure. You will see me later. I'm sure of that. I will find you, my dear, when we need to talk. Дочь? Thank you.
Такого Снегурочку он мне хочет это предложить. От Качиху, кстати, мы видели. Вот она слева мелко стоит. Выносливость устанавливается, когда вы убиваете нечистых. Враги брошены отодвинутые. Понятно. Больше денег, больше урона. Вот так вот. Так. This is the road back home. Да, да. Отлично. Так. Я тут у нас. Да, это, конечно, максимально кретинизм так двигаться, но так быстрее. Она деньгами не срет. Again, you have returned. I told you not to come back without bottled youth. Guards, take him to the stone. The laws require a trial be held. Besides, your wish has been fulfilled. How? Show me bottled youth. A bottle of mud. Is this what you call bottled youth? It makes your mind feel fresh and gives you the willpower to face it all. The water of youth makes you feel young as a foal. But wait. You're right. I feel something. I feel young. And my mind is clear. The curse. Ivan, you have done well, but I need more from you. Now, my final task. If you do this one, it will be the last. Короче, он убьет меня. Go over 9 mountains, over 9 seas, find the most lovely wife, and bring her to me. What is beauty, my lord? How do I decide? You should want to look straight into the sun, but not at her. That's how beautiful she must be. I will need a gift for her to court her properly. That is none of my concern. It is your task, not mine. What better gift than to be my wife? I will find her, sir. I will start right away. It seems pointless to go now. Find me a wife. Mom. Короче, походу эта бабка это как ее дочка будет этой. Как же побеги. I promised I would come. I sense you are in need. Tell me of your quest, and I will closely heed. A wife I have to bring as lovely as the sun. Someone from far away. She must be sworn to none. There is no simpler task than choosing such a bride. I'll tell you where she is, but it is a long ride. Morevna is her name, Maria to her folk. Before you get to her, you'll pass through ice and smoke. The frozen peaks you'll cross, and after them the woods, where lots of men have died. Ну, по крайней мере, для бабы Ёшки нам не нужно собирать дары. Да, бабуля. Oh, my dear, you look How are you to find yourself a wife when you look like? Take this loaf of bread. Отлично. Thank you, бабушка. Travel well, бабушка. Бабушка. Так, хорошо. У нас с вами вполне неплохо все получается. Давай посмотрим, куда нас забросит, как будет выглядеть этот. Реально, как будто блюет. Ладно. Кстати, нам же можно обновить наковальню. Здесь ничего.
Аварийное обновление. Вот что это такое? Больше шансов восстановить улучшение при сборе руды. Тщательное решение. Действительно хорошее спасти. А, для улучшений. Так. Угу, понятно. Пошли посмотрим, как это все выглядит, и тогда на этом остановимся. Where is he going now? Ну, соответственно, понятно, что можно пройти тельные моменты. Seems like Ivan listens to you. What is next? What needs he to do? Вот, прохладненько. He'll need to cross the frozen peaks with teary eyes and reddened cheeks. Before he'll reach the other side, his wits and toughness will be tried. Morosko with his heart of ice lets no one through without a price. But if the blacksmith proves he's tough, he might receive some magic stuff. But others who call this place home have hands of ice and hearts of stone. And if they see Ivan get close, they might decide to eat his nose. Прикольно. Ну что ж, давайте тогда здесь остановимся, а уже в следующий раз продолжим. Не забывайте подписываться на канал и заходите ко мне в Discord. Всем удачи и пока.